Мы очень привязываемся к нашим домашним питомцам, поэтому сильно переживаем, если с ними происходит что-то неладное. При этом собаки и коты часто попадают в разные опасные ситуации, которые заставляют нас понервничать. И хорошо, если такие истории заканчиваются благоприятно. Этот случай произошел несколько лет назад в американском городе Калиспелло в штате Монтана. Дело было зимой, когда на улице было холодно и морозно. Температура воздуха упала до минус 13 градусов. И именно в это время домашний питомец по имени Флаффи, что переводится как «пушистик», решил немного прогуляться. Возможно, у него были неотложные дела. Он искал приключений или просто хотел познакомиться с какой-нибудь соседской кошечкой. Итогом путешествия в такую морозную погоду стала пропажа Флаффи. Хозяйка искала своего любимца по всему двору, заходила к соседям, но это ни к чему не привело. Женщина безумно переживала за кота, так как прекрасно понимала, что тому будет очень сложно выжить в такой мороз. И вот, когда надежды на спасение почти не оставалось, хозяйка увидела возле своего дома странный сугроб, как будто созданный из маленьких снежков. Когда женщина подошла поближе, то просто не могла поверить своим глазам. Этим комком снега и льда оказался Флаффи. Кот находился в ужасном состоянии. Снег облепил всю его замерзшую шерстку, словно вторая кожа. Но он был найден, хоть жизнь еле держалась в его холодном теле. Хозяйка тут же отправилась к ветеринару, чтобы тот помог ее любимцу. Когда женщина примчалась к специалистам, Флаффи практически не подавал признаков жизни. Ветеринары даже не смогли измерить температуру тела животного, настолько низкой она была. У градусника просто не было такой отметки. В социальных сетях клиники для животных в Калиспелле появилось такое сообщение о новом пациенте. «Нам привезли кота практически замороженным и невосприимчивым». Перед специалистами стояла сложная задача вернуть Флаффи к жизни. Несчастного котика сушили феном, обложили одеялами, даже использовали теплую воду. Постепенно забота и уход специалистов помогли котику отогреться и прийти в себя. Через несколько часов температура тела животного начала подниматься. Он открыл глаза. Это было явным признаком того, что котик начинает выздоравливать. В социальной сети ветеринарной клиники города Калиспелло появился рассказ об удивительной истории спасения Флаффи. Пост быстро стал вирусным, ведь фото преображения замерзшего кота в прекрасного здорового красавца способны растрогать даже самое черствое сердце. Пользователи хвалили медперсонал, который сделал все возможное, чтобы спасти бедное замерзшее животное. Публикация заканчивалась словами: «Спустя много часов кот выздоровел, он теперь в полном порядке. Флаффи потрясающий». Домашние питомцы доставляют нам много радости, но еще нередко дают поводы для переживаний. Котика спасли старания ветеринаров и забота хозяйки, которая не перестала искать своего любимца. Хотелось бы, чтобы все подобные истории заканчивались только хэппи-эндом. На этом все, друзья. Делитесь этим видео, пишите комментарии и ставьте лайки. До скорого!